И просторы и возможности вы взяли, разрешили строительство здесь, при этом в микрорайоне нет ни школы, ни детского садика. Вот кто это делал? Можно вот в конце концов, вот у нас прокуратура, как только какой-то рабочий возьмет, нарушит на миллиметр, тут как, значит, здесь и дальше уже отвечает. А вот в таких объемах все это куда-то ушло, плюс кто-то разрешение давал, ну никто, и все молчат. Да. И так никто оценки не дал, и никто не инициировал. Это же все совершенно очевидно, как называется. Но у нас с вами вот это пятно застройки, еще раз спрашиваю, вот это, оно отведено? Отведено. Хватает по стандартам под школу и, соответственно, прилегающий спортивный комплекс подсказной. Вот сажаем эту школу, 1100 квадратов, которая рядом. Да. Ой, Аврор, который Аврор сажаем. Давайте еще вопрос. Начало строительства, которое проделано, позволяет говорить о том, что средства могут поступить уже в июле месяце, но они поступят только в том случае, если будет проект. Насколько мне сказал Валерий Васильевич Радаев, что проект по этой школе вторичного применения, он должен быть готов к 25 июля. В этом случае 25 июля проект должен быть представлен Министерству просвещения Российской Федерации, и средства, которые поручил председатель правительства выделить на эту школу, мы надеемся, что придут где-то в ближайшие недели от момента подачи этого проекта. Можно предположить, что это будет начало августа. Город в этом случае должен провести конкурсную процедуру. Сейчас эти процедуры сокращены где-то до 20 дней приблизительно. Значит, работа должна начаться в сентябре. А завершены они должны быть, если мы найдем вторую часть средств на эту школу, потому что в этом году выделяется только где-то половина средств. Вот, если нам удастся эту школу включить в бюджет следующего года федеральный, можно будет ее ввести в эксплуатацию до следующего учебного года. То есть вот эти сроки, они реальны. Потому что если в этом году на эту школу будет выделена половина средств, фундамент, кладка будет выполнена, и эти работы можно выполнять зимой. А уже по завершению этих работ, как раз со следующего года, начнется внутренняя отделка, причем она начнется в теплое время года. Можно уже с апреля заниматься отделочной работой и дальше подбирать коллектив учителей и с 1 сентября начинать занятия. Вот если мы перед собой ставим такие задачи, и эти задачи, еще раз подчеркиваю, они не линейные, они сложные, потому что